Сжиженный природный газ из перспективного топлива постепенно становится обыденностью. Его использование на судах, а также перспективы внедрения в судоходстве альтернативных видов топлива, включая ядерную и электрическую энергию, обсудили ключевые игроки рынка и ведущие эксперты в ходе организованной Портньюз 4-й конференции «СПГ-флот», «СПГ-бункеровка» и другие альтернативы. В этот раз конференция прошла полностью в онлайн-формате. В мире происходит последовательное ужесточение экологических требований к судоходству. В то же время дешевле тяжелого судового топлива пока ничего нет, а строительство судов на альтернативных видах топлива требует дополнительных вложений. Именно поэтому массовое развитие экологичного судоходства во всем мире, включая Россию, невозможно без господдержки. Мы, кстати сказать, предлагали предоставить судоходным компаниям субсидии, позволяющие компенсировать разницу стоимости судов, которые я назвал. Далее, преференции судоходным компаниям, которые используют СПГ при проведении конкурентных процедур. Далее, это выделение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам. Одна из крупнейших мировых танкерных компаний российского происхождения «Совкомфлот» уже имеет достаточно большой опыт эксплуатации танкеров на СПГ. Компания определила данный вид топлива в качестве основного для своих новых судов. Отмечаем, вот мы как практически пользователи этого бункера, определенное удобство эксплуатации, то есть безопасная бункеровка, отсутствие рисков разлива и загрязнения моря и окружающей среды, надежная работа оборудования, независимость от береговой инфраструктуры по сравнению с решением на жидком топливе, если вы применяете, допустим, ту же самую технологию скрубера. К настоящему времени «Совкомфлот» успешно провел свыше 100 бункеровок СПГ, приняв на борт более 43 тысяч тонн такого топлива. Не было отмечено ни одного происшествия, связанного с использованием СПГ как топлива. Другая крупная госкомпания «Росморпорт» также строит флот на СПГ. На текущий момент в интересах «Росморпорта» строятся два экологичных двухтопливных автомобильно-железнодорожных парома «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга-Балтийск. Они способны работать как на низкосернистом топливе, так и на сжиженном природном газе. Инфраструктура для строительства СПГ тоже строится. В России с апреля 2019 года в порту Высоцк работает терминал сжиженного природного газа компании «Новатек». Пока это единственный терминал, где возможна заправка судов СПГ. Его инфраструктура включает сам завод по производству СПГ, партии для его накопления, причальное хозяйство, которое позволяет грузить примерно суда до 30 тысяч тонн водоизмещения. Все наши объемы, которые были произведены с момента пуска, ну, практически 100% было поставлено на сам экспорт. Это страны Прибалтики, Финляндия, также были поставки у нас и Нидерланды, и в том числе даже была наша поставка в Испанию. СПГ не является единственной возможной альтернативой обычным видам топлива. Хорошие перспективы открываются при использовании на гражданском флоте атомной энергии. Ядерная энергетическая установка дает судну следующие преимущества – автономность, мощность, компактность и экологичность. Госкорпорация «Росатом» является оператором, будьте добры, следующий слайд, атомного ледокольного флота. Спасибо Алексею Вольфовичу Рахманову за такую поддержку, во-первых, электродвижения, а второе, ядерной энергетики. Мы действительно считаем, что использование атомных реакторов как исключительно положительный опыт, который имеет большое будущее. Бартский вопрос экологии стоит наиболее остро, учитывая пристальное внимание к региону политиков разных стран. И Россия активно продвигает свои экологические проекты в сфере шиппинга. Так, судоходная компания «Волга-Транс» приступила к реализации проекта «Green Ship» по строительству серии из трех гибридных судов нового поколения. Суда планируется использовать на реках арктической зоны Российской Федерации. В настоящее время проект получил поддержку Арктического совета, началась практическая разработка документации, и мы рассчитываем на то, что эти первые три гибридных судна, они позволят нам, в дополнение к тому, что делают и Совкомфлот, и другие компании, и
чисто в рамках Арктического совета именно... Да, сейчас восстановилась, связь прорвалась. И особо отрадно то, что в этом проекте интерес к участию в этом проекте предложил целый ряд компаний, не только из России, но и из северных стран. И это говорит о том, что наши планы, они имеют международную поддержку. 3 года назад, рассматривая вопрос альтернативных видов топлива, мы пришли к тому, что на сегодняшний день нету единого мирового понимания к тому энергоресурсу, который будет заменять нам движение. То есть одновременно работают по метанолу, газу, электричеству, некоторые другие альтернативы вида топлива. И на сегодняшний день, наверное, общего понимания, что в конце концов будет наиболее эффективно и где, его нет. Еще одно мнение о судах будущего высказал в ходе конференции Port News генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. В зависимости от того, как технология будет развиваться, дальше мы будем переходить на другие источники основной энергии на борту. Еще раз повторюсь, что, наверное, если мы говорим про суда большого водоизмещения и океанского плавания, то, конечно, моя личная точка зрения, что относительно компактная ядерная установка здесь будет наиболее эффективной. По окончании конференции мы поговорили с преподавателями и студентами ведущих отраслевых вузов, чтобы узнать, что думают будущие судостроители и судоводители о новом экологичном флоте. Олег Тимофеев, декан факультета кораблестроения и океанотехники СПБ ГМТУ, отмечает, что студенты интересуются этой сферой. У нас есть и курсовые работы, и дипломные проекты на судах с использованием новых видов топлива. Поэтому мы постепенно внедряем в сознание молодых специалистов, что есть не только мазут флотский, есть не только соляр флотский, но и новые виды топлива. Развитие судоходства на альтернативных видах топлива невозможно без трансформации принципов обучения молодых специалистов. Скажи, сможет ли мир жить без морских судов? Смотря на данное развитое судоходство, конечно же, нельзя представить мир без морских судов, так как 90% всех перевозок осуществляется именно морскими судами. На мой взгляд, нет, потому что морские суда являются самыми крупными перевозчиками грузов. Допустим, наземным транспортом это неудобно перевозить, а вот как раз суда являются удобным способом транспортировки. Нет, не может. Человечество будет развивать эту отрасль еще. Какими ты видишь суда будущего? Я считаю, что в ближайшем будущем уже все суда у нас перейдут на экологически чистое топливо, и, возможно, будет более активно вводиться в жизнь у нас азимутальный подруливающий. Я считаю, что судно будущего должно быть чисто экологическим, экономически выгодным по расходованию топлива, а также экономичным. На мой взгляд, они более быстроходные и, самое важное, пожалуй, более экологичные. Быстрыми и экологичными они смогут выглядеть более красивыми, внутри быть более комфортабельными. Мы ищем, да, другие виды топлива. Ученые предлагают различные варианты. И метанол, и сжиженный природный газ, и водород, и электрические батареи. И энергия солнца, энергия ветра, энергия приливов. Вот, скорее всего, не будет единого универсального ответа на этот вопрос. Подводя итог дискуссии, развернувшейся на конференции, можно сказать, что уже никто на рынке не сомневается в развитии альтернативной энергетики в судоходном сегменте. В ближайшие годы одним из наиболее популярных видов топлива, скорее всего, станет СПГ. Также можно ожидать развития технологий применения ядерного топлива, особенно в российской Арктике. Валерия Ангельчева, Port News TV.